Всем привет! Меня зовут Дмитрий Эмон, я основатель компании Mantec. Многие из нас уже не помнят, что раньше на пистолетах спусковые крючки были круглые, и многие из вас даже не знают, что раньше педаль для большого пальца, для упора, мы сверлили и прикручивали болтами к пистолету. Сейчас это считается уже варварством, потому что есть педаль, встроенная в слайд-стоп, которую вставил вместо заводского слайд-стопа, и можешь попробовать, каково это тебе стрелять, с педалью или без. Теперь мы расскажем о том, что одно дело поставить эту педаль и попробовать пострелять с нее в тире, но чтобы стрелять на соревнованиях, конечно, нужна кобура. Есть спортивные кобуры, которые работают с педалью и со слайд-стопом, потому что держатся только за скобу, но многие стрелки предпочитают кобуру, bucket holster, shell holster или именно скрытая, куда полностью вставляется пистолет. Но до сих пор не было ни одной кобуры такого типа, в которую бы влазил пистолет со слайд-стопом с педалью. Многие хотят именно за кобуру закрытого типа, она более надежная, пистолет более лучше защищен, и, конечно же, все у нас уже давно спрашивают, где взять или кто делает такую кобуру. И, наконец-то, в коллаборации, в плотном сотрудничестве с компанией Ghost International мы сделали эту кобуру, в которую влазит пистолет со слайд-стопом с педалью. Давайте проверим. Как вы видите, как я раньше показывал, установка педали занимает считанные секунды. Пистолет вместе с педалью идеально влазит в кобуру. И ее можно использовать на соревнованиях, на тренировках, где хотите. Сейчас я расскажу вам про эту кобуру более подробно, чем она отличается от обычной кобуры для Чезета и как ее использовать. Давайте я поставлю на Shadow 1 и на Shadow 2 слайд-стоп с педалью, и мы рассмотрим эту кобуру поближе. Итак, у нас есть оба пистолета, Shadow 1, Shadow 2, слайд-стопы с педалью. И новая кобура от Ghost International специально для пистолета Чезет Shadow 1.2, у которого стоит слайд-стоп с педалью. Чем она отличается от обычной кобуры? У нее есть специальный пропил, специальное место, куда входит слайд-стоп, и он не мешает, не раздувает кобуру. И давайте посмотрим более подробно. То есть, если мы вставляем, то пистолет идеально вошел, и там даже видно, еще есть, остается зазор. Также легко он извлекается. Так что теперь, покупая слайд-стоп с педалью, мы можем смело быть уверены, что есть кобура, с которой можно использовать пистолет вместе со слайд-стопом с педалью на соревнованиях и на тренировках. Ghost International. Специальная кобура для пистолетов Чезет с педалью вместо слайд-стопа.